Здравствуйте и добро пожаловать в программу «Планета бизнеса». Уход на пенсию, болезнь, смена профиля. Ежегодно в Европе регистрируется около 500 000 сделок по передаче бизнеса. Смена собственника редко проходит безболезненно и для руководства, и для сотрудников. В Барселоне разработана и вот уже 2 года успешно действует программа по сопровождению предпринимателей в столь сложный для них период. Хавьер и Йорди работают бок о бок уже 1.5 года. Их предприятие занимается мытьем витрин и нанесением солнцезащитных покрытий. Сегодня фирмой руководит Йорди. Он получил бизнес из рук Хавьера, когда тот собрался на пенсию. Сделка прошла удачно. Хавьер не ограничился продажей фирмы. Он по-прежнему помогает и консультирует. Я обязан год отработать в фирме консультантом. Мой опыт, мои знания полезны новым руководителям. Мы также договорились, что еще 3 года я буду получать часть прибыли. Нам важно его участие. Он знает рынок, клиентов, он знает все сильные и слабые стороны предприятия. Сегодня в компании трудится 12 человек. Последних 2 приняли совсем недавно. Благодаря совместным усилиям прежнего и нынешнего руководителей фирма выходит на новые рынки. К примеру, во Франции. Эта новая команда поведет мою фирму вперед. Я в нее всю душу вкладывал, и будущее у нее есть. Мы сделали ставку на французский рынок, наняли команду. Надеемся, что наш оборот вырастет на 20-30% от уровня прошлого года. Ежегодно в Европе до 6000 рабочих мест теряются в момент передачи бизнеса и смены собственника. Хавьер нашел своего преемника благодаря интернет-платформе Реимпреса. Этот уникальный ресурс обеспечивает тех, кто желает купить или продать бизнес, всеми необходимыми рекомендациями. Ну и просто помогает им найти друг друга. В разы легче перезапустить уже существовавший бизнес, нежели начинать дело с нуля. Консультанты Реимпреса готовы не только свести покупателя и продавца, но и составить бизнес-план для фирмы, меняющей собственника. За 2 года существования на нашем счету 80 успешных сделок по передаче бизнеса, 250 сохраненных рабочих мест и свыше 4 миллионов евро, вложенных в дело. Для меня ключ к успеху – осознавать риск, сопряженный с индивидуальным предпринимательством, идти на этот риск, преодолевать трудности и через это обрести внутреннюю свободу.